Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Герант Танк. Гнутые дула. Ну что, сегодня пойдем добивать полностью все награды, которые у нас есть. Файт. Так, давай, ух ты. Опа. Нормально. Мне нравится, ребят, такое начало. И он думает, что он крутой, что ли, с этим щитом. На. Получи. Так, ребят, я думаю, что мы его сможем все-таки разбомбить. Мы дамажим больше и лучше. Есть. Да выеживался, хмырь болотный. Так, ну, как ты понимаешь, 55 тысяч нам нужно получить. И вот этот сундук. Будем стараться. Играть снова. Так, сразу же перелетаем на поединок. 55 тысяч монет, не кисло, да? А потом можно уже и проигрывать. Потом можно будет уже режим 2 на 2, да, в общем, протестить можно по полной программе. О, Челябинск, родной мой, иди сюда, красавчик. Оп. Куда? Ну куда ты, родной, ну куда ты побежал там, малыш? Иди сюда, я тебя не обижу. Иди сюда. Ах ты какой, ты посмотри, какой маленький шустрый Челябинец, а? Бум. Бедный летит. Ах ты, ты думаешь, что ты такой один умный, да? А чего ты сразу на попятный-то пошел, да? Братюнь, ты чего? Вернись, я все прощу. Хлопчик. Так, что-то я не могу попасть по нему. Мелкий, фиг по нему попадешь. По здоровым танкам. Бэмс. Все равно я его разнес. Так, погнали далее. Что-то она, друзья мои, вылетела после той победы у меня. Не знаю, без всяких причин. Файт. Опа. Так, два попадания к ряду. Три. Четыре. Все, он не жилец. Пять. Остается последние два попадания. И все, ему кранты. Ну куда ты уходишь-то там? Слушай, это новичок, ребята. Как у него может быть уже такой танк? У него всего 9 кубков, как ты видишь. Вот объясни мне. Решил сразу задонатить, что ли, парнишка? Зря ты так, конечно. Так, ну что, нам еще нужно с тобой две победушки сделать. И 55 тысяч будет у нас на кармане. Сегодня, возможно, приобретем... А, кристаллов-то у нас больше нету. А хотелось бы что-то новенькое приобрести. Кстати, я зашел в игру, у нас было обновление, ребят. Я не знаю, с чем связано, там не было написано, что именно. Окей. Оп, сразу такой, сразу. Сразу на попятный пошел. Естественно, ребят. Немножко навалил в штанишки, да, как увидел, что у меня тоже броня. Ну все, тебе кранты, Челябинск, ты на своем... Ну куда ты идешь? Ну куда ты? Все, дуло отвалилось. Теперь вместо того, чтобы показывать рекламу, она просто берет и вылетает на рабочий стол. Идеально просто. Лучше не придумаешь. Так, ну что у нас там? Сколько еще, по-моему, одна победа нужна, да? Если я не ошибаюсь, для того, чтобы 55 тысяч монет были у нас на кармане. Ничего себе, 925. Отличный противник, я тебе скажу. А, Кольт. Кольт собственной персоной. На тебе. Вот чем Кольт, ребят, ну вы видите сам, что он вытворяет. Фокусник, ё-моё. Жонглёр ходячий. На. Вау, точно. И вот они, 55 кровненьких на карман. Следующее у нас будет на 155. И, ребята, это будет сундук, и я, наверное, думаю, что там должен быть какой-нибудь танк. На халявку нам достаться. Че там, профи? 170? Иди сюда, профи, я тебя сейчас буду наказывать. Ух ты! На кольте сразу попал. Ты гляди-ка. Сразу выбрал такую позицию. Ты гляди, что творит. Оу, ребята, он меня сейчас еще разнесет. Это вряд ли, конечно, потому что... Да ё-моё.
все. У него был ремпакет, прикинь. В общем, за счет того, что он вызвал ящик, он смог немножко себе восстановить здоровье. Вот если бы у меня не было бы щита, поверь мне, я бы сфейлился. Но так нам повезло. Игра по-прежнему вылетает, так что, ребята, не обессудьте, если где-то забуду убрать рекламу. Хотя какую рекламу? Не рекламу, а просто вид рабочего стола. Эх! Попадение было. Попадение. Попадание, ё-моё, попадение. Ну куда ты, родной Коль? Ну что ты? Ну, что? Ну уже поздно, все, уже поздно тут выпендриваться. Все, до свидания. Адьюс, амиго. Эстель Блейд. Угу. Так, ну что, нам нужно еще, получается, сколько? Три победушки. Фига там строчит кто-то. Вот после вот этой партии у меня опять вылетит игра. О, Челябинец. 56 кубков. Ну, уже всем понятно, что это, ребята, едет мясо к нам. Ну и что? Челябинец, что ты? Все? Немножечко мы тебя сейчас помурыжим. Слушай, у него щит-то был прокачанный, ты видел? Мой быстрее сошел щит, чем его. Хотя он свой заюзал быстрее, чем мой. Вылеты происходят с периодичностью в 2 боя. То есть поединок играем нормально, на втором вылетает. Так, ну этот новичок какой-то наверняка на Челябинце будет. Оу. Не, друзья мои, не на Челябинце. Смотри, смотри, что делает. Так, он взял позицию, типа, да? Ну что ж, давай, кто кого передамажит, ты хочешь, да? Как скажешь. На. Щегол. Ребята, еще одна победа нужна нам. Кровь из носа. И получим сундук. Блин, а у меня сейчас на этой победе как раз и вылетит на рабочий стол. Зашибись, я не получу награду, да, наверное? Плохо. Или получу, но я просто ее не увижу. Файт. Челябинец, что ли? Точно. Начинает опять там прыгать. Ну куда ты? Вернись, Челябинец. Не хочет. Пойду сам к нему. Прокачусь. О, встал. Не, парень, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Да-д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 а. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Все. Получай тогда. Промахнулся, блин, еще я. Все, друзья мои, по идее должен получить награду. Ну и где? Давай еще сыграем поединок, чтобы удостовериться. Да, вылеты, конечно, тебе вообще не в тему, если честно. Лучше бы рекламу показывали, да? Но зато не выбрасывало бы нас из игры. Чеч. Чех, может быть. Ну, с чехом мы уже вроде бы как... О, этот, как его? Дрэп. Дрэп, да? По-моему, так величать. Да хорош ты. Елозишь там, как этот. Уш на сковородке. Бэм. Такой дикий смех. Да, друзья мои, мы получили. Но самое обидное, что... Я его даже не вскрыл. Я не вскрыл этот ящик и награду. Ну как вот так вот может? Зашибись. Просто профукал, получается, я, да? Ящик этот. Так, ну что у нас тут? Для Кольта. Челябинец. И опять же для Кольта. Угу. Так. Режимы. Режимы какие есть? Онлайн 2 на 2. Так, мы можем с тобой... Ага, здесь нужны кристаллы, чтобы купить. Это гнутые дулы, да, у нас получается идет. Онлайн 2 на 2. Ну, здесь уже, ребята, можно и проиграть, как говорится. Так, что, мы можем прокачать, что ли, мне кажется, не?
Вафлю можно купить. Вот этот, кстати, можно приобрести. Давай вот это глянем, а? Бустер. Глянем, что он себе представляет, вот этот танк. Сейчас скин еще возьмем. Вот такой. 2 на 2, поехали. Вот так вот. Зачем я пошел на это 2 на 2 на этом танке, если даже я его еще и не испытал. Ну, заодно сейчас и испытаем. Посмотрим, кто. Лишь бы не челябинец мне дали в помощь. Ух ты, такой же. Такой же, ребята, танк. Ну-ка, проверим. Да ладно. Так, я взял защиту. Что-то я как-то путаюсь даже, не могу понять. Ага. Да куда ты едешь-то? Так, ну что, одного, в принципе, можно закромсать. Давай, 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 давай. Этот прикрывает его. Да. Ты серьезно? Правильно тут делает. Ты посмотри, что творит, а? Есть. Есть! Нормально так разложили, ребятулик. Ну, какой мой вердикт, ребята? Он просто выпускает мощный снаряд. Просто мощный снаряд, и все, не более того. Так, давай посмотрим вечернюю вот эту атаку. Это новый, который мы с тобой приобрели уровень. Но еще ни разу здесь не были. Да что такое-то? Ну, танки какие-то здесь, конечно, мощнявые, ребят. Посмотри. Тут уровень отличается сложнотой своей именно по уничтожению танков. Ну давай, иди сюда. Будете прописывать здесь люлей. Ой-ой-ой, какой тяжелый, ребята. Я представляю, какой будет босяцкий здесь. Как ты его заколебаешься просто уничтожать. По кому-то попадаем. Слышишь звук? Попадание. Взорвался. Так, проверим. Так, еще кто-то здесь есть. Давай, давай, давай. Пошло попадание. Нате. Блин, да что ж ты. Хорош. Так, есть. О-о-о-о-о-о. Еще один голодранец прибежал. Ай. Ну давай ты иди сюда, подъезжай. Голодранец, ну. Е. В мясо, в хлам, в труху. Я никого тут не замечаю больше. Ага. Ну какой ты нерасторопный, а, танк. Ты серьезно, вас два аж тут. Готов, хлопчик. Одного на помойку отправили. Я думаю, и второго сейчас тоже отправим.
Ух. Ну где он там? Буду ждать его здесь. Давай, иди. Готов. А сколько еще танков-то? Пока непонятно. Пошло попадание. Слышу. Это вон с пулеметиком, да? Точно. Да пулякался. Так, еще один там где-то. Я его не вижу, но я его прекрасно слышу. Все. Опять это, да? Давай, 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 иди сюда. Ать, попал все-таки, а? Че там стоишь-то? Сейчас бы тебе не попаду. Попаду. Дальше. Опять с пулеметиком? Че-то типа того. Ну, звук я слышу. Так, это один из танков остался или один из танков я подбил? Подбил. 12 танков уже подбито. Ну, где ты там? Окей, 13. Попадание пошло. Угу, где-то вот здесь вот. Ну, тогда разнесем. Опять это, да, мелкий? Кривое дуло. Навесиком бомбит, который... Так, там, по-моему, пулеметчик, да? С пулеметом едет, точно. Танк с пулеметиком. Попадает. Шестнадцать. Сколько же еще тут танков-то? Пять пулеметчик. Ну, попадаю. О. Так, неужели здесь их 20 будет? Разбомбили. Ё-моё. Где-то здесь видел, да? Прям тут стоит. О. Попадаем. Иди ты в пень. 20 танков, наверное, здесь будет. Или босс. Кто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, каратель. Успею ли я его бомбануть? Пока стоит... Ё-моё. Не попадаю, ребята. Неужели эту заднюю включил, а? Да где ты там? Попадаем. Ага. Трэш.
Трэш, ребят. Да. Так себе танк, если честно. Вообще мне не понравился. Толку я в нем вообще никакого не вижу, если честно. Так, вот новых танков пока нету. Ну а на арене, как ты понимаешь, я играть уже не могу. Это нужно проиграть. Вот если я проиграю, тогда да, Челябинск можно улучшить. Фига он там прокачался. Плюс у него, прикинь, я ему щит весь полностью прокачал. Все скины открыли так. Ну, нашему этому танку ничего нельзя прокачать. Ну, дреб. Тигр. Вафля. Вафлю, кстати, можно купить, ребят. И бустер, да? Вафля. Штейн. Давай вафлю проверим. Ну, вафлю мы проверим на 2 на 2 онлайн. В крайнем случае, не страшно будет проиграть. Начнем заново. Начнем заново набивать кристаллы. Сейчас, прикинь, все вафли будут. Нет, Штейн. Одного в мясо. Корпус вылетел. Так, ну что, давай еще тогда партийку. Последнюю, наверное, на сегодня. Ну давай, давай, давай там. Так. Две вафли. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Просто запинываем чувачка в мясо. Прикинь, вот это круто было на самом деле. Но, как ты понимаешь, монетки мы с тобой не получим. Жаль. Это надо сбрасывать все, ребята. А чтобы сбросить это все, нужно один раз проиграть. Но тогда ты теряешь, сам понимаешь, все свои серии побед и тому подобное. Ну что, друзья мои, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.